Всем привет, мы продолжаем играть в 7 Days to Die. У нас начинается 17-й день, в который мы отправимся на фабрику, где бумага. Не знаю, как она точно называется. Давайте посмотрим, что у нас есть в инвентаре. Так, свинец. Мы накопали свинец. Здесь у нас, кстати говоря, тоже есть свинец. И зачем-то она горит. Камень глины — это стройматериалы у нас, да? А здесь у нас преимущественно патроны. Давайте я, наверное, сюда вот вплавлю этот свинец. Чтобы производить потом стекло. И мы закажем вот эти кирпичные блоки. Это еще 15. А не хватает нам... Да, в общем-то, всего не хватает. Камень, глина. Давайте вот так сделаем. Пусть он делает 15 блоков. А это все пусть плавится. Так, далее. Посмотрим, давайте. У нас есть порох, есть дробь. Сколько у нас бумаги? Некоторое количество бумаги. Соответственно, мы можем заказать патроны. Да, для дробовика. 45, правда, всего. Ну, это по количеству пороха. К сожалению, пороха мало. Бумагу выкладываем. Патроны. Дробь, вернее, выкладываем. Это пока сюда. Селитры у меня больше нет, да? Да, к сожалению. Песок сюда. В принципе, нам надо все-таки некоторое количество блоков вот из этого булыжника заказать. Вот интересно. Только в кармане получается, да? Да, делается только в кармане. Всего мы можем сделать аж 214 блоков. Но нет, пока не хочу. Пока не хочу. А на бетон что нам не хватает? Камень опять, цемент и песок. Это когда мы будем копать, тогда уже я озадачусь этим. Сейчас у нас задача другая. Давайте выложим все лишнее. Вот это можно, кстати, сожрать. Персонаж уже хочет есть. Тихо. Это сюда будет переплавляться. Давайте посмотрим, что у нас тут по еде. У меня вроде бы было мясо. Да. Поедим мясо. Попьем воды. А вот есть минералочка. Так. Таблетки сюда. Патроны есть. Деньги нам не понадобятся в этом походе. Выкладываем их. Это может пригодиться. Также проверяем. Как проверяем, если я не взял деньги, да? Так, еду скупаем. Вот эту тоже. Ну, вот эту давайте возьмем, она дешевая. И второй наш автомат тоже надо проверить. Ну, давай же ты спускайся. Так. Чай. Сок юки. Вот эту возьмем. Очень полезная штука. Но выложим ее вот сюда вот. Вот. Еда есть, вода есть. В принципе, можно еще даже сожрать кусок. И отправляемся. Курица. Курица, не птица. Но пока я буду... Вот у меня ружье. Отлично.
Никто вроде не пришел по нашу душу. Давайте разделаем курицу. Так, в нашем велосипеде, по-моему, ничего нет. Да? Да. Закинем барахло. Чтобы не таскать за собой. Пришел какой-то зомбак. Вот здесь у меня, по-моему, это все добро. Да, кстати, кофе мне, наверное, с собой не понадобится. Давайте его выложим. И ломает, то есть он не знает, где дверь. Да? Пойдемте покажем ему правильную дорогу. День начинается, как всегда, с убийства. И давайте смотреть карту. Вот у меня бумага. Соответственно, наш путь лежит именно туда. Может быть, нам повезет, и на этом заводе будет еще и кислота. Тогда наша жизнь облегчится существенно. Вот он, этот заводик небольшой, да? Совсем небольшой. Здесь уже бродит какой-то чувак, которого мы сейчас обезвредим по-быстрому. Также я стукну пару раз камушки. У меня их мало. Я все выложил там в кузнице. Чисто, чтобы у нас было на ремонт. Да. Теперь мы добудем вот это вот добро. Вот это все мы добудем. Может быть, не выпендриваться и сделать из этого вот доступного булыжника блоки. Но их, блин, нужно будет улучшать несколько раз до бетона. Или потратить больше времени и все-таки... Я пока не знаю, пока думаю над этим. У меня еще есть некоторое время. Так, ну это можно так, это вот так. Свинец, классно. Мусор тоже надо лутать, потому что здесь попадаются полезные, как мы знаем, вещи. Здесь вот тоже мусор. Причем я его не лутал. И даже почтовый ящик не трогал. Ну, схемка, конечно, прикольная. Заходим. Мы здесь уже были. И каких-то зомби уже, по-моему, я гасил. Или нет? Да, походу первый этаж я уже зачищал. Так, сапоги ломаем. Но основное, зачем я пришел, это бумага. И вот эти вот тюки синие. Поэтому сейчас довольно скучный процесс разделки вот этих вот огромных тюков. Довольно много, как видим, с них идет бумаги. Что-то около сотни с каждого, по моим прикидкам. Так, а это дерево внезапно. Очень странно. Сверху бумага, снизу дерево. Немного воды. Ну, здесь, слава богу, бумага. Да, видим, сотня, ровно сотня с каждого. Так, сумку мы уже смотрели. Цемент.
Ну, у нас, как бы сказать, и опять дерево. Очень, очень странно. У нас для патронов больше дефицит пороха, на самом деле, чем бумаги. Для любых, собственно говоря, патронов. Но, тем не менее, вопрос с бумагой надо закрыть. Раз и навсегда. Отмычки прекрасно. Внизу опять дерево. Не понимаю, зачем это сделано. Какой смысл? Но здесь честные блоки бумаги. Да, кстати, в комментариях мне совершенно справедливо заметили, что модификация, которую мы сделали, вот эта вот, она не складывается. Давайте посмотрим. Она у меня вот здесь одна. Да, так, так, так. Или по ножах. А как нам посмотреть? А вот эффект не накапливается. Соответственно, одну можно вытащить. Но я это сделаю уже на базе. Сейчас нам место в инвентаре нужно. Я почему-то сразу не заметил этого. Как и многого другого. Опять дерево. Триста прочности. Мы так долго их ковыряем. Это при том, что у меня шестой молоток. И, кстати говоря, опыта неплохо идет. Смотрите, за то, что мы расковыриваем эти тюки. Отлично опыт идет. Как будто зомби бьем. Деревяшка. Вот тоже соберем. Че бы нет. Так, вот эти сверху надо тоже. Так. Вот эти за три удара. А бумажные, по-моему. Так, это чисто дерево. Что-то 6 или 7 ударов. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нифига себе. Может быть, ее тоже нужно лопатой? Тут 5 ударов идет. Ну и в принципе те же 100 бумаги мы получаем. Так, ну первый этаж мы залутали. Худо-бедно. Давайте скрутим вот эту штуку. Получаем мы радиатор с нее. Идем выше. Так, здесь у нас запертые двери. И никого. И абсолютно никого. Но это, конечно, пока никого. Выход на улицу. Рабочий автомат. Вот ты зомбачокс.
Блин, не заряжена у меня, как всегда. Вряд ли он здесь один, только я хотел сказать. Гадство. Пугает меня. Тварь. Так. Ну, это выход на ту же лестницу, скорее всего. И выход куда-то наружу. То есть здесь еще крыша есть, но это понятно. Давайте лутаться. Начнем с того края, где мы зашли. Балкончик. И да, выход на крышу. Так, денежки у меня немножко есть. Давайте выкупим кофе. Оно нам очень полезно. Вот эту вот штуку выкупим. Дробитель черепов нет. Пожалуй, нет. Это сразу ломаем. Стулья. Ну, давайте возьмем их на дерево, пустим. Сумочка. Подожди, сумочка. Фонарь. Ну, нет, фонарь я не буду брать. Он даже на продажу дешевый. Нам он не нужен. Ну, кислота. Кислота, приди. Это я не буду брать добро. Еда пойдет. Рецепт жареного мяса. Я, по-моему, умею делать жареное мясо. Сколько он стоит? 40. По 50 опыта мы получаем. Но опыт в этом случае лучше. Так, вот это мы выкапываем. Забираем стулья. Сразу же их ломаем. Это ломаем. Это съедаем. Раз, два, три, четыре, пять с половиной стаков мы получили бумаги на этом заводике. Так, что у нас здесь? Вот еще стулья. О! К сожалению, не кислота. К сожалению, здесь... Так, стульчик разламываем. Клей тоже полезен, но кислота нам сейчас прямо очень нужна была бы. Все, ломаем. Ковырять уже лампу я не буду. Рюкзачок. Вторая дубинка. Здесь тоже вот есть лампы, которые можно было бы расковырять. Бинтик, 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 бинтик мне такой не нужен. А он, наверное, на тряпке разламывается, да? Нет места, а что у меня там такое? Да, бинтик на тряпке разламывается, пусть он будет пока с нами. Свинец туалетный. Туалетный пистолет давай. Нет. А здесь мина, друзья, слушайте, это же мина. Я каким-то чудом на нее не наступил. Вот это был бы сейчас эпик. Давайте пойдем по лесенке там. Дальше на крышу. Тут не сразу крыша, тут такой какой-то чердак. Видимо. Подозрительная тишина. А, тут еще вот такая лестница. Но я что-то затупил, да, там же была. Кастрюльку я вижу. Сверху на нас упасть не должны. Но зомби здесь вроде бы как нету. Если только вон там не сидят.
Да, естественно. Еще один. Только два. Хорошо. Лутаемся. Первым делом вот сюда вот заглянем. Еда. Все это пойдет. Так, а это что? Кастрюлька стоит, но, возможно, это мина, кстати говоря. Давайте-ка проверим эту теорию. Нет. Как ее тогда залутать? Ну-ка. Да. Все-таки это мина. Вот это прикол. Вот это я дурачок, а? Так, ладно. Что у нас тут можно? Стулья расковыряем. Это расковыряем. Хотя тряпок у нас нет с собой. Это будет опять слот занимать. Нафиг. Тряпки нафиг. Продолжаем лутаться. Вроде бы нас не сильно покоцало. Уголек заберем. Мед у меня есть. Стакнется. Банки. Банки, банки. Это прекрасно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас кровать. У нас кровати пружинки. У меня их с собой нет. Поэтому не буду я брать. А вот здесь могли быть книжки, кстати говоря, если бы нам повезло. А вот радиатор я, пожалуй, возьму. У нас один есть. Они стакнутся. Цветочек интересный. С собой мы забрать его не можем. Пустота. Таблеточки. Полезности. Так, ну здесь все. Идем дальше. Здесь еще есть путь наверх. Уже теперь точно на крышу. Да. Прошел, видимо, спаун. Да, здесь вот топовый лут. Мне кажется, или... Да. Тварь такая. Есть. И нам дали уровень. Разделывать я его не хочу. Давайте заглянем сюда, чтобы нам в спину не прилетело. Здесь, кстати, заначка. Вы видели, да? Ее можно было и отсюда достать. Вот. Тоже разрушаемый блок. Вот это я дурачок. Вот это я дурачок. Разломал. Ворчание слышу, но зомби не вижу. Ага, вон они. И сверху еще. И сверху там еще пока выломаются. Уже выломались. И она поднялась. Смотри, какая умненькая оказалась. Давайте. Кучку, кучку все. Заходим. Хоба. Первый пошел. Вторая. Подходи. На раздачу. Отлично. Ну, здесь мы лучше зашли. Давайте глянем, что здесь наверху. Может быть, он что-нибудь охранял. Блин. Блоки такие по 300. Ни черта он здесь не охранял. И мы спускаемся вниз. Ну, краска. Консерва. Так, ну эти консервы все с рецептами, поэтому я не буду их
сейчас употреблять. А здесь вот нам понадобится, наверное, наша еда, допинг наш. Несмотря на то, что места у меня мало. А я взял? Да, я взял. Вот он, дрожжа удачи. Давайте, наверное, выкинем вот это. Так, надо, пожалуй, сожрать. Вот так. Он тоже используется для рецептов, но их у меня много, поэтому место надо освободить. Вот у нас есть уже место. Жрем, где она, вот эту штуку. И лутаемся. Ерунда. Ерунда. Ну, немножко патронов. Тоже, в общем, ерунда. И самое главное. Но здесь у нас вообще ерунда. Части дробовика, части ружья, части пистолета. Модификация вот есть, но она для бензопилы буров. У нас их еще долго, наверное, не будет. Ну, немножко патронов. Прямо-таки вообще. Давайте вот это употребим. Пиво. Ну, не знаю, пиво давайте, наверное. Нет, не пиво, а что бы выкинуть? Что бы такое выкинуть? А вот можно выпить бутылочку. Все, залутали мы с вами эту небольшую фабрику. Время у нас час дня. Я думаю, что остаток дня мы посвятим началу стройки. Хоть и не нравится мне это место. Да, это было ожидаемо. В плане расположения, кстати говоря. Так. Механические части у меня тут есть. Хоть оно мне не нравится, но времени на переезд у нас по большому счету нет. Стулья даже забрать не можем. Позор. Позор. Времени на переезд нет, поэтому будем отстраиваться здесь. Где тут вход? Так, а велосипед у меня с обратной стороны. Сейчас я расчищу площадку. Потому что нам нужно будет в любом случае заложить фундамент. Орда. Друзья, орда — это хорошо. Но нам надо выложить барахло. Немножко освободить инвентарь. Добавив тем самым мобильности. Надеюсь, среди них нет бегунов красноглазых. Вообще, конечно, поэкономить патроны стоило бы. У нас их не так много. Готов. Мы разобрались с ордой, мини-ордой, довольно быстро и не тратя патроны на них. Все, едем на базу. К сожалению, не принесли они нам никакого лута, эти ребята. Но подловили они меня знатно, конечно, на выходе такие. Так, давайте заберем здесь все. Сортировать, наверное, будем позже. Сейчас просто я выложу все как есть. Там должны были сделаться блоки уже.
Почему не выкладывается вот это? Бумагу сюда. Модификации и запчасти у нас будут тут. Потом я посмотрю, что там на продажу, что можно оставить. Патроны лишние. Так. Еда. Это сюда. Две бутылки почему-то у меня. Ну, они стакаются, потому что вот так вот можно сделать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас приготовились блоки. Нам нужно закинуть сюда еще камень. Это пусть будет так. Хотя железо нам в этом строительном... В строительной кузнице не нужно. Железо нам нужно будет вот здесь. Здесь у нас пока ничего не плавится. По какой-то непонятной причине. Это дохера. Вот так сделаем. И то это больше часа. Нет. До хрена. Вообще до хрена. Вот так пусть плавится. Здесь у нас, да, еще куча-куча времени, но плавить нам здесь особо-то и нечего. Поэтому дерево забираем, это слишком жирно. Блоки мы не можем делать. Потому что нет глины. Ну и вот как раз настал момент... Опа, я упал. Момент для постройки базы. Не базы, а защитной конструкции. И нужно выбрать место. Недалеко от нашей базы. Но место должно быть ровное. Все-таки хотелось бы, чтобы оно было ровное. Но точно не на возвышенности, чтобы зомбаки не копали. В принципе, вот, я думаю, что вот здесь вот небольшой уклон есть, но нам это не помешает. Они, блин, будут ломать же. Нет, давайте отъедем. Немного отъедем. Здесь забор. Забор — это очень плохо. Мне это не нравится. На асфальте я не хочу, потому что ковырять асфальт — это вообще такое себе. Вот место ровное, неплохое. Смотрите. Весьма неплохое. Да. Я думаю, что здесь вот мы и построимся. Не так далеко от базы. Никаких особых препятствий тут для зомби не будет. Нам нужно выкопать начальные блоки, то есть под фундамент как бы. На один блок углубиться вниз. Для отсчета я буду использовать фреймы, потом мы их заменим. 2, 7 блоков нам нужно скопать. 7 на 7, короче говоря, квадрат. Заодно накопаем глины. Нижние блоки, я думаю, что мы сделаем все-таки из кирпича, а над ними уже второй этаж я буду строить из доступного материала, потому что кирпичные прям геморройные, я чувствую, будет делать. Итого 1, 2, 3, 4, 5. Еще 2 блока. Крепление будет двухэтажное, как я уже сказал. И основной будет упор на ловушки. Саму схему я, конечно, не придумал сам, я подсмотрел. Но не буду полностью копировать, потому что мне захотелось внести некоторые коррективы все-таки. Ну, под свои нужды, скажем так. И мне кажется, я... сделаю лучше. Но на практике мы это увидим.
Так, раз, два, три, четыре, еще три. Блин, да что такое, путаюсь я в своем собственном этом... Не инвентаре, а как это называется, панель быстрого доступа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все правильно. Ну и сюда, соответственно. Надо периодически поглядывать, а то вдруг опять орда придет. Или медведь какой забредет к нам. Один. Это уже второй блок. Три. Четыре. Вот и уклон получается. Пять. Но здесь блоки не прям все такие одинаковые. Вот эти земляные. Некоторый уклон местности, он как бы такой, чисто визуальный. Все равно это один блок. То есть вот мы скопали, здесь идет как бы подъем. Но на самом деле это один блок. Так, вроде бы правильно. Да, и вот отсюда тоже выкапываем. Да, вон идет. Давайте устраним ее. То подкрадется со спины и ударит. Вроде все четко я сделал. 7 на 7. Ну и соответственно, один блок это стена. Соответственно, у нас будет помещение само 5 на 5. Выкапываем теперь серединку. У меня было такое какое-то сейчас... Интересное визуальное отображение. Вот здесь, как будто зомби стоял. Но нет, это, видимо, что-то мне приглючило меня. Кстати, вот эта полезная штука. Семена хлопка нам не нужны. Копаем дальше. Блок притязания на землю здесь я ставить не буду. Не думаю, что внутри зомби заспавнятся. А вокруг пускай на здоровье появляются. Мне не жалко. Как быстро время бежит, блин. Вот вроде бы только что было утро, ничего. Так, а это что? Какой-то полублок. Но пока не буду я его скапывать, чтобы нам не углубляться вниз. Возможно, это тоже такой визуальный просто... эффект. В последующем мы попытаемся улучшить бетоном то, что успеем. Самое важное это нижние 2-3 блока, которые зомби могут ковырять. Я, конечно, постараюсь им максимально усложнить этот процесс. Но от урона... Мы не застрахованы. Плюс полицейские уже могут приходить в третьей орде. Поэтому нижние блоки я укреплю, сколько успею, в бетон. Так, вот это засада. Камень внезапно кончился. Дожились. Так, сколько успею, короче говоря, укреплю в бетон, а верхние уже в процессе там... По ходу дела будем укреплять. Их прочность не так важна. Я вообще планирую делать большие окна. Я уже говорил, по-моему, из стеклянных вот этих вот панелей. У них хорошая прочность. Зомби через них нас не видят. И
не атакуют, то есть плевки полицейских не идут в эти блоки. Специально они плеваться в них не будут, никак в решетке. Вот сквозь решетки они плюют. Поэтому я решил решетки по бокам не ставить на втором этаже. Ну, вы увидите, короче говоря. Я слышал шаги. Или это у меня уже в голове? Эта игра способствует такой паранойи. Особенно, когда дома один. Допустим, я записываю, бывает, по вечерам. Там 2-3 серии записал. Или 4. 2 или 4. 3-то нет. Вот. А потом, как бы, ну, надо ложиться спать. И впечатлительным людям, короче, не зайдет. У меня даже было такое, но не сейчас, а еще тогда, когда я только начал играть в эту игру. В каком-то 15-м, что ли, году. Я реально видел зомби во сне. Можете представить себе такое? То есть мне снились сны про Орду, про то, что я вот где-то стою в каком-то укреплении, таком вот, как у нас была табуретка в 16-й альфе. Видите, какой перепад высоты? И это все один блок. Вот, стою я, значит, в этом укреплении и отбиваюсь от Орды. Ну и блоков нам, конечно же, не хватит. И все. Но это значит, что нам надо чесать на базу за новыми блоками. Несмотря на то, что уже дело к вечеру. Ничего страшного. Сейчас мы вплавим эту глину, которую накопали. И как раз мы сможем сделать новые блоки. А здесь нас уже поджидают. Да. Что ты хочешь? Что тебе нужно? Все, вопрос закрыт. Пока что, во всяком случае. Так, вот здесь у нас строительная кузница. Мы сюда вставляем глину. Камней у меня по-прежнему нет. Видим, что по 70 аж. Аж по 70. А сюда нужно железо. А, вот почему я выложил сюда железо. Но уже поздно. Давайте вот эту вот наковальню мы все-таки пустим вот сюда вот. Баночки эти тоже. Вот, и ночью, наверное, пойдем копать уже железо. Потому что свинца, в принципе, я думаю, должно хватить пока что. Глины хоть и мало, но она плавится. Песка нет. Песок тоже из камня. То есть камень и железо нам нужно теперь копать. Но благо камень-то на поверхности. Это сюда. Да, и вот у меня еще латунные, кстати говоря, радиаторы почему-то не переплавлены. Долго плавятся наковальня. Да, вот это, конечно, я дал себе задачу. Но хотя бы нижние там 2-3 блока нам нужно сделать вот из этого. А пока он делается, я уже не надеюсь на лучшее. Поставлю, наверное, на крафт вот эти вот блоки. Я думаю, что мы не ошибемся, если весь стак израсходуем. Так, ну время у нас к вечеру идет. Давайте закапываться куда-нибудь в шахту. Все это пока там плавится. Пускай плавится. Давайте найдем железо на карте. Ну вот у нас буквально за углом. И будем выкапываться уже в железо. Но нет. Куда я пошел? Мне нужны бафы. Кофе и еда. Вот это вот.
И вот это вот. Вот это можно так сделать. Модификация зачем-то мне в кармане. Надо ее выложить. Так. Это вот сюда. Чиниться мне пока нечем. Здесь пока выключаем. Все. В кармане у нас делаются блоки. А мы отправляемся копать. Ну, видимо, это на всю ночь. Где-то здесь вот у меня было отмечено железо. Вон оно, по-моему. Возле стройки. Да. Вот здесь мы и начнем закапываться. Там внизу медведь, слушайте. Мне эта идея не нравится, закапываться к медведю. Так, свинец. Давайте, наверное, поищем другое железо. Нет, ребята, к медведю я закапываться не хочу. Воевать сейчас мне вообще не интересно. Лаги. Лаги. Наше все. Вот железо. Вот железо, это другое дело. Тут тоже рядом со стройкой, но медведя там внизу точно нет. Да, кофеек. И вот эту вот штуку употребляем. Понеслась. Подсветим себе. Но неплохо идет железо, неплохо. И камень, кстати, идет с этих блоков тоже, как ни странно. Камень, я думаю, мы пустим на песок. Все-таки. Так, дерево у нас есть. Давайте, знаете, как сделаем сразу. Ну, вылазит. И сразу сделаем вот таким вот образом. Как это называется? Вот эта трава, она прямо какая-то... Блин. Вот так вот. Грёбаная трава. Я хочу сделать заграждение, чтобы зомбаки не пришли внезапно нам на голову. Вот таким вот образом. Здесь у нас будет типа как вход. Вот здесь, я думаю. Вот это все можно заделать. Мало у меня, мало... фреймов. Ну, пусть они так пока стоят. Нам нужно копать побыстрее, потому что у нас идет время действия бафов. Кофе действует вообще мало. Есть, я знаю, что кофе рудокопов, по-моему, так называется, которое более продолжительный эффект имеет. Но там нужно вкладываться опять-таки в навыки. Драгоценные очки, которые я не могу себе позволить сейчас тратить. Потому как нам еще нужно помнить, что нужна сталь. Жизненно необходима сталь. Так, ну и нас приглашают, в общем-то, вниз. Ничего не остается, как проследовать туда. Вот
это вот все железо, да? Нет, это камень. Нам его в любом случае нужно расковырять. Друзья, ну дневная серия, пожалуй, на этом будет закончена. Мы с вами продолжим это все дело ночью. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.